вопрос пока никто не задает. Из-за чего у автономов онкология? Нехватка сна и минералов? Ну, я, наверное, все-таки начну, что автономы, я все-таки считаю людей, которые автономы, это, наверное, те люди, которые без еды и жидкости, наверное, около 2 лет. Вот этих людей я могу назвать на автономии. Все остальное, то есть такие люди, как я, либо кто-то меньше, кто-то больше, мы, наверное, все-таки еще в процессе, потому что у нас идут чистки как физические, так и психические, так и психологические. И поэтому вот автономом я себя в полной мере, конечно же, я не могу назвать еще далеко. Это первый момент. И второй момент. Онкология, наверное, все-таки начинается не у автономов, а у тех людей, которые находятся на каком-либо питании. И от стадии онкологии зависит, на какой стадии они вошли в процесс автономии, когда они начали свое излечение именно этим способом. И от этого, наверное, уже стоит отталкиваться, потому что я не знаю ни одного человека, который, например, был бы без еды, без воды там 2-5 лет, и на 6-й год он сказал: ой, вы знаете, вот у меня вот онкологию нашли. Я таких людей не знаю, поэтому онкология все же, наверное, это больше к традиционному питанию. На самом деле очень большой процент онкологии излечивается именно неедением, да. Даже хотя бы каким-то сыроедением.